И к другим темам. Экологи оценили масштабы загрязнения реки Тарнаирка, известная в народе еще как Воняйка. Сотрудники Минприроды обследовали русло и берега реки. Она протекает от сепараторного поселка до Первой Махачкалы и дальше впадает в Каспийское море. Некогда чистый водоем сегодня является воплощением антисанитарии. Сюда сливают канализационные стоки, что негативно воздействует на окружающую среду, ну а жители улицы, шоссе, аэропорта и вагонного депо жалуются на запахи нечистот. По результатам проверки экологи направят в столичную администрацию предложение по устранению всех нарушений. В первую очередь это исключить сброс с канала Октябрьской революции. Второй, в перспективе построить канализационную сеть, куда могли бы подключаться все граждане. Тем самым мы исключаем негативное воздействие на окружающую среду и будет организована канализационная сеть даже замыкающими очистными сооружениями.